Всем привет, доброе утро. У меня заказ на обложечки, поэтому я решила, чтобы не делать две, сделаю штук 5 или 6. Перевожу камеру на руки и быстренько-быстренько начинаем с вами делать обложечки. Итак, это самый отмеренный правильно кусочек, поэтому я беру его за основу. У меня испортились ножницы, нужно их поправить, возьму другие. Я за основу беру этот, а мне нужно нарезать несколько. Сейчас я все это засниму. Делаю с запасом. Все помнят, что в пристежке, как бы вы ровно и хорошо не отрезали, будет усадка. Смотрите. И это будут каморки папы Карла. Поэтому делаем с запасом. Так, тетрадку я убираю. Основа у нас есть. Сейчас я нарезаю еще несколько основ. Внутри будет подклад. Но сейчас для основы мне нужен флизелин. И сейчас я буду думать... Да, сначала я нарезаю несколько заготовок под обложки, несколько блоков. Потом каждый из них оформляю под стежку. Ну и, собственно, шью. Ну, теперь посчитаем все вместе. Сколько же обложек у меня будет? 1, 2,
Где мне показалось тонковатые, маловато слоев и тонко, я добавила еще потолще ткань. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Там, конечно, еще два куска лежат, но я решила, что на этот раз достаточно. И из тех кусков я сделаю, возможно, не обложки. Итак, я приступаю к стежке 7 обложечек. Кому интересно, можете со мной делать стежку. Ну, стежку я, возможно, буду частично ускорять, а частично болтать. Хочу болтаю, хочу молчу. Доброе утро. У нас пасмурно. Доброе утро. Все у нас все по традиции. Мы слышим, что включается, настраивается телефон. Мы быстренько спрыгиваем и гребем сюда. Все? Ты замерла? Ты позируешь? Всем привет! Заходите в гости! Заходите в гости! Моя мышка. Ну, сиди тогда аккуратненько на ручках. Ой, Лакуся. Я же говорю, сиди, а не укладывайся. Простите, простите, дубли делать не буду. Так, мне надо как-то так примостить ноги, чтобы моя собака не упала. Все, сиди, моя красавица. Что я хочу показать? Показать стежку мне не удалось. У меня была поломка, мне пришлось переехать, стягать на ту машинку, на швейно-вышивальную. Эту я пока хотела вести в ремонт, не повезу в ремонт. Она делает все операции, кроме стежки. Вернее, стежку она тоже делает, но очень барахлит во время стежки. Какая-то получается петля цепляется за зубья. Открутить я не смогла, но повезу попозже. На остальные все функции работает отлично. Ну, где-то какая-то пружина у нее устала, устала. Поэтому я перешла стежку делать за той машинкой. Там я не смогла как говорится, пристроиться со своей камерой. Ну, моя девочка, ну как она хочет, чтобы я с ней занималась. А мне нужно туда говорить. Мачеха у тебя предательница, да? Предательница. Надо камеру еще сбоку ставить, чтобы тебя видно было, что мы тут делаем. Ой, что я хотела рассказать. Стежку я сделала сама, самостоятельно. Ну, я стежки показывала в других. Смотрите, какие красивые получились у меня. Видите? Блоки. Прости, дорогуша, буду на тебя выкладывать. Ну, или сейчас пойдешь гулять. Смотрите, какие красивые. Блоки. Вот такой блок. Я показывала, как я купила эти. Это полотенце. Вот из него я уже одну аппликацию сделала. Это из натурального шелкового шарфа. Вот такая красота. Здесь я сделала стежку. Уже изнанку не покажу. Изнанка уже закрыта. Ну, по рядочкам ромбики. И вот такая мандалами. Такая у меня уже ушла обложечка. И еще одна. И это уже готовая обложка. Готовая тетрадочка. Как я их складывала, сами пиццы я показывала. У меня в предыдущем видео спрашивали, как вы складываете, как вы собираете ее, покажите. Там была стежка больше, а здесь, получается, стежки нет совсем. Но зато я здесь показывала каждую из 7 штук, 7 штук их получилось. Я показывала, как я собираю. Ну, а стежку я в основном делаю по рисунку. Где-то что-то усиливаю. И что мне еще не было бы счастья, так несчастье помогло. Та машинка у меня берет обычную вышивальную нитку, обычный шелк, ну, который в больших бобинах. Нет, сейчас не буду показывать. Нет, рядом. Это берет только очень супер прочный шелк, а та берет, ну, обычный вышивальный на больших бобинах. Индийский там у меня, китайский. Отлично берет, поэтому я такая, фух, не буду пока набирать, зато не буду пока набирать новые нитки, буду использовать те, которые есть, потому что у меня их 100 с чем-то. Я как-то считала, 100 с чем-то.
под 130 бобин. Да, моя дорогая, ты меня отвлекаешь, я на тебя отвлекаюсь, она мне пузо дает чесать. Поэтому я решила, что стежку я не буду показывать, раз уж не пошло, покуда там начала. Ну, начала и начала. И вот я уже стеганую показываю, как я собираю. Я их выровняла, закрыла все изнанки, я закрыла вот такой подкладой интересной. И теперь я пришиваю, ой, простите, вот такую декоративную ленту. Она капроновая. Ей подарки оформляют. Ну, я ее использую. Она достаточно прочная. Я использую ее в обработке своих работ. Видите, я сначала пристрачиваю ее по изнаночной стороне и выпускаю больше половины выпускаю на лицевую сторону, чтобы потом вот так загнуть и вот прострочить. Видите, прострочиваю я трикотажным зигзагом, то есть не просто зигзаг, а который вот так вот строчит. Ну и все, и потом я уже делаю замер и делаю завороты. Люблю пошире, чтобы такая каморка папы Карла была. Иногда по заказу, по просьбе, я внутри еще ставлю карманчик. Ну, знаете, иногда нужно какую-то, может быть, бумажку спрятать, чтобы она не была на виду, тот же рецепт, там, я не знаю, может быть, какую-то заначку денежную положить. Я уже вся в этом мусоре, нужно попылесосить. Ну, в общем-то, все. Я когда закончу уже все семь, покажу все семь красивые. Единственное, что одну у меня могут забрать, поэтому я так поспешила. Но ты посмотри, моя девочка дорогая, моя девочка помощница, ты грустная, плохая погода, ты грустная, ты грустишь. Скоро будут у нас опять гости, тебе будет весело. А сейчас мы со всеми попрощаемся, скажем всем пока. Я долго мастилась с камерой освещения, все-таки, ну, оно у меня и так не очень хорошее, но оранжевое лицо я не потерпела, поэтому пришлось переставить, как переставили, да? Всем пока, подписывайтесь к нам на канал, заходите в гости, кто бы видел, как бы тебя показать, как ты тут уляглась и как я сижу, как воробей. Ладно, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, смотрите рекламу, пожалуйста, это помогает развитию моего канала. Все, ребятки, закончила я свои блокнотики, обложечки на блокнотике. Сейчас я перевожу камеру и покажу, что у меня получилось. Единственное, у меня я не стала покупать блокноты на все обложки. Ну, вдруг кому-то нужен просто не блокнот, а обложка. Поэтому будет у людей выбор. Я могу просто переложить блокнот в другую шкурку. Все, перевожу камеру, иду показываю. Ну вот, посмотрим, что у нас тут получилось. Такая внутренность и такие глубокие заворотики. Я специально вышла на балкон. Вот то, о чем я говорила. Отдельный секретный карманчик. Ну, иногда что-то нужно положить, чтобы не высыпалось. Поэтому обязательно закладочки сделала. Это с тетрадкой. И запас. Вдруг у кого-то будет блокнот побольше. Видите, и мужского цвета, и женского. И вот такой унисекс. И вот такие мандалы денежные. Покажу поближе. Карьерные дорожки. В общем, кому что интересно, я всем объясню, кто будет забирать тетрадочку. Уже я тогда объясню, какой символ чего означает. Видите, я ударник труда. Это из целого куска, кое-где я добавляла цветки,
чтобы композиция получилась покрасивее, поинтереснее. Эти составные, то есть из тут куски. То есть такая пицца, аппликация. Здесь просто на цельном куске мышку я отдельно сама уже нарисовала. Котик был, просто вырезала. В этой обложке это все составные. Основной кусок, это я добавляла. То есть, ну, здесь я делала сборку. Сборную солянку. Здесь тоже добавлялись кусочки. Вот этот кусочек добавлялся. Это я рассказала. Вот тут... Это из платка, но не цельный кусок. Составляла кусочки, просто подгоняла. Очень хорошо подогналась. Не видно стыков, но это все составные кусочки. Кусочков 6 здесь, если не больше. Это цельный кусок. Еще на одну такую обложку у меня есть. Здесь тоже стыкованные, собранные куски для композиции. Ну и потом стежка. Ну все, на этом все. Всех целую, обнимаю. Заходите в гости, подписывайтесь на канал, делитесь в соцсетях, будьте взаимовежливы, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь, смотрите рекламу. Всем пока! Мышка моя тоже хотела всем привет передать. Всем скажи, передаю привет, конец.